Привет, привет, победитель прошлой серии. Привет, привет всем. Привет. Про Кента Кулума говорили, что как типа есть Маугли, а Кент как Маугли, только сутками. Так, я думаю, достаточно набралось уже людей. Давайте начнем. Зинг. Гринхед Рокет. Рокер. Гринхед Рокер. Я с Зингами не очень хорошо знаком, но манки. Манки достойные. Ну, как вся продукция Зинга, что чучела, манки, все на достойном уровне, все, что связано с охотой на водоплавающих. Так, 45 линий традиционно у нас. Идем в генератор. Так, обновляю страницу. Так, обновил. И поехали тестовый прогон. От 50 до 95. Это тест. Тестируем, тестируем просто. Так. Хорошо, погоняли. Народ потихонечку подтягивается. Всем пришедшим еще раз привет.
Свежезашедшим также здравствуйте. Мы разыгрываем Zinc Green Hat Rocker. 45 линий. Так, Алиса, какое сегодня число? Сегодня в Москве 28 мая. Алиса, сколько времени? 12:06. 12:06, 28. С первого числа введут обязательные прогулки по времени и в масках. Ну что, всем удачи! Green Hat Rocker, даешь жару. Всем удачи! Поехали! Да, у нас такого давно не было. Если, надо сказать, никогда не было. Номер один из всего списка победил номер один. И под номером один у нас Лоппин Денис. Денис, поздравляю. Денис, по-моему, я не помню тоже, насколько он впервые участвовал, впервые в эфире, Денис. В эфире, отлично, поздравляю. Денису достается такой маночек. Манок для Дениса с благодарностью для всех, участников. Так, и поехали тогда дальше. Айсберг. Манок от Мании. Хотела дозабрать 24 номер. Долго там болтался. Но вернее, из того, что там в конце оставалось, думал взять, не взять 24. Вот проверим сейчас. Насколько бы мне повезло, если бы я его взял. Ну, либо Яндовский, так, Евгений, по-моему, если не ошибаюсь. Он сейчас на 24 номере. Вот такой красивый маночек от Мании. Айсберг в океане. Подпольное название. Так, сколько у нас там? 25 линий, да, по-моему? 25. 25 линий. Народ все подходит. Привет, привет всем, кто заходит. Идем. Генератор. Обновляем страничку. Random.org. Так, тест. 25. Интересно, как много повторяющихся. Она маленький узкий промежуток. Тестовый прогон.
Хорошо, достаточно. Идем. Наш диапазон. Итак, что здесь какие-то скучные? Все затаились в ожидании? Мания. Манок на Белобова. Скрестили пальцы. Всем удачи. Я хотел 24 номер. Посмотрим. Итак, барабанная дробь. Четырнадцатый номер. Не 24-й. На десяточек. Так, Мезя 1974. 14-й номер. Победитель. Александр Мезенцев. Александр, по-моему, иногда я видел, участвовал с такими заходами. А может быть, даже что-то выигрывал. Как участника я его видел, а вот выигрывал или нет? Поздравляю. Александр. В эфире нет? По-моему... Гусиная охота. Теперь будет с манком мания. Не видно какие? Нигде манков не видать. Да. Манков не вижу. Может быть, один из первых манков будет. Нет его в эфире, да, его? Но поздравляю. Так, извиняюсь, я позакрывал. Александр Мезенцев. 14 номер. Манок мания. Айсберг. Хорошо, на этом заканчиваем. У нас сегодня все разыграно вроде. Так, это у нас один из предыдущих победителей. Мания и Ларис. Вот, отличный наборчик, да? Убойные маночки. Утиные и гусиные. За счет участия в лотерее, пожалуйста, человек укомплектовался. Так, на текущий момент пока ничего нет. Следите, какие-нибудь будут публикации. Соответственно, будьте, держите руку на пульсе. Может быть, что-то будет даже интересное. Все, на этом еще раз поздравляю победителей. На этом заканчиваем. Всем хорошего настроения. Не болейте. Крепкого здоровья. Ну, все лайки ждут, да. Все лайки ждут. Следите, может будет и Ларисы. У нас лучшие манки. Best calls. Так что
А Лариса одни из лучших. Все, всем удачи. Спокойного межсезонья. Крепкого здоровья. И до новых встреч. Всем пока. Поздравляю еще раз победителей. Всем счастливо.